Для волонтеров-медиков очень важна вакцинация. С каждым днем все больше моих коллег, друзей и товарищей прививаются от коронавирусной инфекции. Лично я привился еще в начале этого года, а вакцинация прошла успешно. Необходимо ставить ее 2 раза. Все это я прошел, то есть каждый раз немного повышалась температура, немного болела голова, небольшая слабость, но буквально все это проходило за 1-2 дня. Только вместе с помощью вакцины мы окончательно сможем победить коронавирусную инфекцию.